И снова всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я представлю вам еще одно стихотворение, не мое, и читать его буду не я. Ну, сейчас вы все сами услышите. Приятного прослушивания. Стихотворение Зигмунда. Автор Александр Ларионов. Читает жена Ольга Ларионова. Красив, могуч лесной простор, здесь высота, здесь зелень крон, душистый запах, птичий ход, на высоте огромной жизни тон. И это все мы видим в вышине, хотя стоим на нашей матушке земле. Мы все привыкли видеть вдаль, но не понять земли печаль. Красив, могуч лесной простор, и из земли поднялся он. Погибнет корни, и он станет крон, зачахнет лес, зачахнет жизнь тон. Но мы видим, рвемся ввысь, хотя земля кричит «Остановись!» Ты закрываешь свет другим, несчастным детям и больным. Мы сами губим первоцвет, а без него нам жизни нет. Красив, могуч лесной простор, за сколько лет погибнет он? И мы поймем земли укор, и не погибнет жизнь тон. Примечание. Нельзя идти вперед, смотря только вверх. Или погибнешь сам, или погибнешь другого. Надо помнить, что ты не один. Вокруг люди, много людей. И может быть кому-то нужна именно твоя помощь или сострадание. Ведь на его месте можешь оказаться ты. Всем спасибо. До новых встреч. Thank you.